Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу показать и рассказать, чем я подкармливаю малину во время плодоношения. Делается это все легко и просто. Подкармливать я буду золой. Итак, смотрим. Вот мой бак с золой. Значит, как я ставлю золу. Ссылка сейчас появится вверху экрана. Перейдите, посмотрите. Ну а так я насыпаю 1/3 бака золой, заливаю водой. Настаиваю сутки двое, удобрение у меня готово. Зола — это прекрасный источник минералов. А еще она улучшает качество кислой почвы, помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Способствует укоренению рассады, помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями. Перед применением необходимо хорошенько перемешать бак, и только потом уже набирать для того, чтобы удобрять наши растения. Я беру 1 литр на 9 литров воды, то есть 1 к 10. Налил я в ведро 1 литр золы, и теперь я ее разбавляю с водой. Как я говорил, пропорция 1 к 10. И пойдемте подкармливать малину. Значит, рядки у меня идут по 4 метра. И теперь я выливаю в междурядье одно ведро. И малина моя подкормлена. Если вы будете подкармливать малину прямо под корень, то из расчета берите 1 литр на 1 корень малины. Ну что ж, друзья мои, всем вам желаю хороших и больших урожаев сладкой и крупной ягоды малины. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока!